Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 30 августа». 5 минут назад, примерно в 7:20, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Вот, по информации, которая известна, сработала ПВО, был сбит вражеский беспилотник. Взрыв был сильный, но как бы отдаленный, не в самом городе, это в пригороде. Воздушной тревоги в Одессе не объявляли, на данный момент все тихо. По поводу ночи, ночь прошла спокойно, за всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, той, которая была, я сообщал на своем канале. Вот. Взрывов на протяжении ночи никаких слышно не было, вот. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области прилетов нет. Информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. Не забывайте подписываться. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. До встречи в новых видео. Всем пока.